Вот это письмо обязательно. Здравствуйте, Олег Костедович. Живу на юге Приморья, город Партизанск. Вижу ужасную картину на уссурийских грушах. Вот кто это пишет. Елена Крисанова. Ужасная картина на уссурийских грушах. Они начали чернеть и отмирать. Вот так. Наши сады тоже чернеют и усыхают. Есть подозреваемые на бактериальный ожог. Так что не зря вы заготовили много косточек. Может, у вас и сохранится приморская реликвия. Да, сохранится. Я не могу остановиться. Вот. Я показал бы сейчас маленькую толику. Я собираю их уже десятками тысяч. Я плачу большие деньги. Собирают ведро за ведром все. Дети, племянницы. Я за все плачу. Выковыривают все. Сейчас я вам покажу, где это. Вот, я хотел показать только одну фотографию, которую я забыл вставить. Вот. Которую я забыл вставить. Ладно. Ничего страшного. Теперь смотрите. Приморская реликвия. Вот этот сад, он и сейчас жив, но он уже умирает. Ему немыслимое количество лет. Когда я с ним познакомился, заброшенный никому не нужный сад, уссурийский груш, это бывший лесхоз, бывший, подчеркиваю. Вот тому времени, и вот, фотографии я делал, фотографии лет 20. Тогда ему было уже лет 30. Вы увидели этот ковер груш, никому не нужный. Ё-моё. Вот. Ну, может, растили как культурное. Ну, у нас всегда так. Я рассказывал про ранеточный сад, который одичал сразу с первым урожаем. О, с первым урожаем. А музыка была, а школа целая работала. Под руководством агронома с первого урожая. Вот. Ничего не соображали, что творят. И сейчас как он целый, до сих пор не спилили ни одного дерева. Половина мертвых, половина вот с таким вот ранетком. Но я это рассказывал. Здесь была такая же история. Сибирь есть Сибирь. Но здесь-то они оказались бесценные. И я тогда засучил рукава. А получил то, что я вам показывал. Это есть уссурийская груша. Вот. Вот она такая вот. И чтобы меня не упрекали, что я, может быть, самозванец, и что-нибудь сам надумал. Внимание! Это груша из книги, которая называется «И. В. Мичурин». Единственная цветная фотография в книге. Вот она. Видели? Сравниваем. Видели? Вот. Вот это и есть то самое чудо. Если уссурийские, они все погибнут. У нас, видите, вы применили, вы написали бактериальный ожог, да, уважаемая, вот, уважаемая Елена, вы написали подозревать бактериальный ожог. При слове бактериальный мне всегда становится жутко и не по себе. Эти бактериальные болезни не лечатся. У нас погибли сотни, тысячи, если не миллионы культурных, прекрасных яблонь. Вот. Болезнь явно бактериальная. Явно. Никто не боролся с этим. Никто не это. Не было ни караул, ничего. У нас ни хрена никому ничего не надо. Включая научные учреждения. И вот закончилась вот эта страшная катастрофа. И вот когда вы написали слово бактериальное, я решил ваше, вот это письмо ваше опубликовать. Не смотрите слово ожог. Ожог это как выглядит, как ожог. На самом деле это страшная вещь. Если у вас действительно бактериальный ожог, то вас груши погибнут. Против него нет защиты. Вот. Но разобьем на две части. Погибнут прежде всего те, которыми издевались, которые калечили. И те, которые посажены были, несмотря где корневая шейка. А у них корневая шейка играет более важную роль, она более капризна, чем у яблони слив. Именно у груш. Вот, они настолько беззащитны от сырости. Вот. И получается, что все, где только ослабнет дерево, тут же на него накидываются бактерии смертельные. Вот это вот
И ваши сады, пишите, я больше уверен, что они также изувечены, уверен, потому что учеба идет и сейчас на тысячу моих этих просмотров, миллионы просмотров, как убить сады. Вот. Ну, а я что? Да? Да, я собрал. Да, я собрал. Вот. Схожесть видели какая? Вот это были не проданы, смотрите. Нормально схожесть. То есть не то, кто я продавал.